Итак, мы сейчас идем по городу Триполи и хотим найти одного из нескольких черкесов, который говорит очень хорошо, на своем родном языке. А, вот это черкесское здание, да? Замечательно. А где написано, что это черкесское здание? А, исторически это есть. Ага. Это что? Everything in here is built by Черкесians. Ага, понял. Все строено с черкесами. А, все это было построено черкесами, понятно. Это тоже черкесское здание, мне подсказывают. Но это очень старинное. Ага. Церковь. А как его зовут, этого черкеса? Напоминаю для тех, кто сейчас только что подключился к видеозаписи, что мы идем по городу Триполи на встречу с одним из немногочисленных черкесов, который знает и говорит на своем родном языке. А? Это он? Да. Ага. Да, в этом городе, конечно, я не хотел бы жить, потому что здесь очень мало с точки зрения абхазов и адыгов, проживающих на Кавказе, территории. Что, сюда? А, итак, говорят, что мы пришли. Мараба, мараба. А где наш? Сейчас он спустится. А, он спустится. Замечательно. А, это просто звездочки или звездочки с флага? Я так не знаю, надо это у него сейчас спросить. Это просто звездочки. Думаю, да. Декорация, думаю. Декорация. Все-таки тяга к звездочкам есть у нас. Так, будем отключать видеозапись или...